Всем привет, друзья! 175 тысяч фолловеров у нас уже. Это довольно приличная сумма. У нас декабрь идет, у нас заканчивается Mind Event, я так понимаю. Впереди нас будет вроде ждать SmackDown. Давайте зайдем в характеристики, посмотрим в обилки. Я себе прикупил еще одну вот здесь вот. Как сказать, обилку? Ну, в смысле, место под обилку. Давайте, даже я даже не знаю, что брать-то. И мобайл объект 40 дает шанс суперзвезде. Угу. Наносить более сильные бегущие удары. То есть я с разбегу вообще, короче, херачить буду. А это что, муфтив левел? Кстати, вот эта штука по прошлой серии, помните, где она? Вот это, по-моему, Mount Peace. Суперзвезда менеджер отвлекает рефери. Вот я хочу посмотреть, что она другого уровня она будет делать. Маунт Пис второго левела. Менеджер может дистракт рефери. В общем, как-то это дико помогает, потому что мы сражались с довольно сильным соперником. И наша, так сказать, подруга нам помогла, отвлекла там судью, мы выиграли. А так бы, я не знаю, мы нас бы просто разобрали, как на изичах. Так, это что такое? Муфтиф. Так, humiliate your opponent using a finisher agent. Муфтиф. Своровать у вашего оппонента фокус и потерять стамину. Короче, это вообще какой-то жесткий перехват этого самого финишер, что ли, я так понимаю. Держите левый борт и Y. Ну, что, надо успеть нажать. То есть, Ring Escape. Вот Ring Escape, это тоже прикольная вещь. Это когда тебя мудохают вроде, а ты такой раз и с ринга убежал. Чтобы взять такой, знаете, это самый, взять себя в руки. А вот Teamwork есть. Но на Teamwork я рассчитывать не буду, потому что выступаю очень мало. Вот я возьму дайвинг комбо, потому что у меня много всяких приемов, где я через себя бросаю и можно производить захват. Наверное, вот это лучше взять, да? Я даже не знаю, можно брать очень много всего, потому что такое большое количество всего, что я даже не знаю. Я возьму дайвинг бонд первого уровня пока что, а потом, когда накоплю на нормальное второго, третьего там уровня хотя бы, то будет круто. Интересно, можно, если возьму дайвинг комбо, например, первого-второго уровня, они вместе складываться, проценты эти будут, нет? Непонятно. Ладно, возьмем так пока. В скиллах у нас пока так. ВК нам надо очень много накопить, прям очень много, чтобы мы стали супер крутым чуваком. Давайте на следующее событие отправимся. Ух ты, тут прям загрузонька пошла какая-то, такого еще мы не видели. Что-то сейчас будет, короче. Походу, сейчас что-то будет. А что будет-то? Я прям готов. Цезаро здесь кого-то выкидывает. Цезаро. Он на этого похож, на перевозчика. Так, сейчас что-то будет, ребят. Ага. Он выкинул Шеймуса, а здесь мы на ринге стоим такие. Вот оно что будет, вот оно что такое. Мы победили Шеймуса, а он там Шеймуса за рингом отмудохал. Видимо, он этого хотел. И такой типа выходит крутой на ринг, но ему надо жопу надрать, я чувствую, как вы думаете. А, ты видел, что я сделал с твоим оппонентом? А, Шеймус, видимо, с моим, мой оппонент был по PPV. А, тебе нравится это? Он спрашивает. Желаю тебе удачи в матче на PPV. Слушай. Короче, и сразу за ним Гуэрреро нам говорит. Я отменяю какой-то матч. Duo to Lucked for Opponent. У меня есть официальное прочтение перед PPV. В сражении с Дэмием, короче, с этим придурком, который избил этого самого. Этого самого, которого вы видели, этого Шеймуса. Твой матч будет Street Fighter.
Слушайте, я никогда... Уличный... Он будет, короче, по стритфайтерским правилам проходить. Короче, этот чувак нас по полной программе наехал. Вот, стритфайтер будет. Давайте посмотрим, что это будет. Да, мы про... Я никогда еще... Тейбл, лейбл, и, в общем, со всеми вытекающими, можно, короче, я так понимаю, всем подряд херачиться здесь, в этом матче. Ну ладно. Только я не... Что ж, если ты такой агрессивный, давай, давай. Ай-яй-яй-яй. Пошел нафиг от меня. Так. Так. Получил. На. Тут там плакат вынял. No money for bank for you. Оу. Оу. Прихватик неплохой. А, во-во-во-во-во-во. Прихват. Ой, срочно. Ой, слушайте, это какой-то прям, смотрите, как он меня уничтожает. О-о-о-о-о-о. Не таких еще избивали, слушай. Ау. О-о-о, удар носом прям в пупок. Да, надо брать себя как-то в руки. Слушайте, это прям какой-то Годзилла. Что он у нас конкретно наехал? Вообще, знаете, что он с нами делает? Последние мозги нам отбивает. Прям налетел вообще. Пусти меня, тварь. Да что ты делаешь? Все, вообще все перехватывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перехват, наконец-то. Я думаю, что мне с ним надо делать, чтобы победить. У него как бы жизнь, я смотрю, что-то очень... Да что такое-то? Я уже весь желтый. Даже уже почти красный весь. Не, ну... В вашей голове мозгов не обнаружено уже. Слушайте, у нас проблемы, проблемы. На! На тебе, зараза. Подожди, подожди, мне надо выйти подумать. Выйти подумать. Выйти подумать. Иди сюда. Ну так, сейчас тебе головой. Так. Так. Нет, там. Поддерживает. На нафиг. Моя очередь тебя избивать. Вставай, зараза. Думаешь, это все? На нафиг. Так. Но, блин, я промахнулся. Я промахнулся. Отлично, я его перехватил. Что такое-то? Все не то делаю. Все... Ой, глаза, 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 глаза. Нет! Сбили. Как в танках, знаете, сбит. О, нет, 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 не хочу. О. Мешай, мешай.
О-хо-хо-хо-хо, сейчас меня просто будут уничтожать. Нет, нет, он еще финишер на мне сейчас проведет. Нет, я не успел вернуться. Судья! Нет, я ему не должен проиграть. Да, тут попади, попробуй. Ну! Нет! Да это трындец! Нет! Да это же... Попроди маленькую эту пипку еще, да? Пипец, мы ему проиграли. Вот он монстр. Засранец. Колесо делает. Ладно, ладно, мы еще вернемся. Как долго я могу возвращаться, чтобы убить тебя? Один месяц, два, три. Я говорю тебе, я спрашиваю тебя, что случилось? Батиста против... Ух ты, нифига себе. О, мы кого-то там разблокировали. Это, по-моему, Triple H Hell. Смакдаун. Rivals Death Face of the Hell. В общем, это, походу, типа 4 претендента на чемпионство. Promotion New Brand. Понятно. Так, а тут что, Симпанк защитил, уничтожил Дэниела Брайана в TLC матче. Это, конечно, очень интересно, но мы этому ублюдку проиграли. Я не имею на тебя на сегодня планов на этой неделе. Но я тебе даю шанс выбрать бой. Вот отстой, проиграли этому ублюдку. Эрик, давайте с этим Голддастом сразимся. Посмотрим, на что он там способен. Давай. Поехали. Надо отыгрываться, а то мы так проиграли. Сразу быстро. Оп. Оп, мимо. Оп, перехватил. Докажем, что оп, перехватил. Голдаст, блин. Ему надо, не знаю, рекламировать презервативы в таком костюме. О! Йо. Альфа. На нафиг. Ну что это он такой сильный соперник? В костюме смешно. Пшил бы, давай. Че расслабился-то? На нафиг. Опачки. Ох ты, как умеет. А я тоже так умею. На тебя спиной. Залом попробуем. По-моему, там половина, да, была? Не успел заметить в конце. Ауч! И зажим. Давай, судья! Нет. Ну ладно, ну и ладно. Я не долетел. Oh.
поймал, да? Хорош. Вставай. Вставай. На. На. Зажим. Раз. Два. Есть. Да, блин, как мы отойдем после того матча, не отойдем. I'm winner. 192 тысячи, неплохо. Так, хороший матч, нам говорит Вики. Это, конечно, здорово, но я бы хотел, чтобы на меня были большие планы. Симпанк там опять... О, Royal Rumble там идет. Just, я обновляю ситуацию и в следующей неделе выбираю матч. То есть этот матч будут по телеку показывать уже. Дарин Йонг или Томми Вал. Давай, Йонг возьмем. Блин, какая печальная печаль, что я тому ублюдку проиграл. Ну, он вообще какой-то монстр был. Сейчас мы будем просто за этот матч мстить. Всем мстить. Хорош. Иди сюда. Сюда иди. На. Блин, а как прыгнуть туда? Оп. Пощечину давали. Оба! Нормально вообще. Полетели. Какого хера? Ну, это, походу, слабый соперник, по-моему. Ну, блин. Слабее того, по-любому. Ну, а тебе. Удержание еще. Ладно. Ух ты. Вернулся. Сейчас, сейчас. Куда ты меня полетел? Ай-яй-яй-яй-яй. Начинается. На. Хорош. Куда встаешь? На тебе сральником в голову. Ты смотри, встает, встает. Эй, что за перехваты? Я тоже. Оу. Пошел нафиг. На свертухану, на в голову. Что я с ним делаю? У-у-у. Непонятно, что я сделал, но было круто. Давай, давай, вставай. Сейчас я тебе проведу сингулярити. Сингулярити! Теперь можно херачить его, короче. На. Считай. Вот так вот. Идем к Вестермании или Вестермания, Рестлермания она называется. Я так понимаю, Рестлермания это одно из тому, к чему стремится каждый боец рестлера. Рестлер. Так, 206 у нас уже подписчиков. Отличный матч нам пишет опять Гурер, ну понятно, отлично. Симпан там всем по чем походу раздает. Ага. Следующий сейчас смакдаун идет. Следующий будет идти Рау. Так, ситуация обновлена. Цезаро либо Тайсон Кид. Цезаро. Соперника будет посильней. Конечно.
Че он сейчас канаты протирал? Ты че канаты тут протираешь? Ты че тут канаты протираешь? На тебе. Давай бороться. Вот я и выиграл борьбу. А вот он выиграл борьбу. Нафиг я с ним начал бороться. Запинал бы его и все. На тебе в плечо. Сейчас вот здесь нащупаю его. Давай, давай, где? Вот здесь. Че, понравилось? Ау. Я выиграл. Ты со мной не борись. Я ж борцуха-боруха. На тебе. Че, понравилось? Так. Ты смотри, вернулся. Ох, еще по щам мне надавал. Но нафиг. А ну. Сюда его. Не, нафиг с ральником тебе. Отлично. На, в голову! На, по руке. С вертуханом, на! На, в голову! Воу! И захватом. Блин, ну два было же, судья, там второй не посчитал. На. Не, тебе Цезаро, Цезарыч. На. Ху-ху-ху, выносливость кончается. Так, тащим его в середину. Задерживаем. Чего? Ты че живучий такой, а? Ты че живучий такой? А ну. Финишер пережил. Вот так вот. Вот так вот, все. Живучий попался. Ну что там, Вики, когда на меня уже будут планы какие-нибудь? Я уже Цезаро победил. Жди пуша. О, отлично, на меня планы. Давайте. Из трех матчей на меня планы. Так. Здесь что? Джон Сина тишорт. Эджили трусы. Бонус. О, что такое за бонус матч? Юкенвики. Hells and Cell. Survival серия. Я даже не знаю. Что такое payback? Что там делать надо? Я не знаю, что еще выбирать. Night of the Champion. Что это? Ночь чемпионов. Хз, 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 Extreme Rule. Однажды мы это все почти просрали. Ну что? Из чего у нас первый будет? Джазби... О, кто какой-то пишет. Хоумби Джастис презент сегодня. О! Замечательно. 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 Замечательно нам соперник ставит. Просто потрясающе.
Просто потрясающе. А когда PPV начнется, вот мне больше всего интересует. Марк Хенри, это, конечно... Не. Не. Ты что со мной делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой, ну понятно. Наблюдать за таким рестлером, это, конечно, интересно, но драться с ним как-то не очень. Оу! Не, ну я как кушинка по рингу. Не-не-не-не, ты что делаешь? Триндец у него удара. Жесть. Че, я его подыму? Офигеть. Я в шоке, что я его вообще поднял. Такой прям. Отдай ногу. Да, после такого вообще не встают. Да отвали от меня, горилла. Отлично. Не. Встает монстр какой. Перехват. Ой-ой-ой, не надо на меня падать. Пошел нафиг. Ай. Ай. Да отвали. Оу. Голову прям. Черт. Ты это какая-то... Дерзила. Черт. Судья отвлечен. Марк, давай, я не знаю, сходим в Макдональдс. Поговорим о том о сём. Ай, уй. Ужас какой, короче. У него синга есть. Сейчас он мне даст просраться. Еее, наконец-то я перехватил. Вот сейчас финиш надо сделать. На нафиг. Давай, давай, считай. Еее. Горилла побеждена. Блин, какой он просто, я не знаю, нереальный. Стрёмный. Так, и что-то происходит после боя. Щит идет. Что нужно? Ой, они втроем пришли. Меня окружают, походу. Че вам, ублюдки, нужно? Ну, давай, кто первый? Сволочи! Пошел нахер. О! Меня вырубили. Какого хера им нужно? What the fuck? What the fuck? Что они делают? Какого хера? Что это за сюрприз такой? Вы кто такие и откуда взялись? Что за херня? Да, а эта девчонка, которая меня прикрывала, даже это и не вышла. Короче, нас отделали, довольно серьезно уделали. Щит, хоть мы и выиграли, щит меня просто положил на ринг. Вот, собственно, на этом мы закончим, господа.
щит уделал нас, и этому нельзя так просто это просто оставлять. Надо избить этот щит. Надо, в общем, искать каких-то где-то соратников. Да. Все у нас, ребят, серьезно. На этом все. До скорых встреч. Будем разбираться с щитом, я думаю, в дальнейшем. Пока-пока.